Вот, друзья, у меня вообще большущая радость. У меня скоро день рождения. Ну, как скоро? 8 июня. Ну, уже, наверное, можно сказать, что скоро. Я уже вот у меня подарочек от моего любимого супруга. Я люблю подарочки заранее. Это елочка на штамбе опять. Опять на штамбе, потому что знаете, что с местом у меня туго, а штамп всегда можно куда-нибудь пристроить. Это Wild Strawberry. Смотрите, какая она классная. Она, конечно, не дешевая, но на день рождения-то можно. Я в питомнике в своем любимом, хвойная коллекция, ее купила. И заикнулась там, что у меня день рождения, и что я у мужа вот выпросила елочку, привезите мне ее, привезите. И мне вообще такое счастье, мне в подарок. Бесплатно, на день рождения. Вот такой вот кипарисовик. Называется он Чиримен, да? Сказали посадить его в тенистое тихое место, и что он зимует. У меня есть, кстати, туя Саграда. Она очень похожа чем-то на этот кипарисовик. Можно вот рядышком покажу. То есть вот это вот подарок от моего любимого питомника. Вот у меня Саграда. Она уже, кстати, начинает подрастать. Такая более развалюшечная стала. А вот это кипарисовик Чиримен. Видите, что-то вот в них есть такого общего. Форма такая неправильная. Так что такая у меня радость. Я уже получила свои подарочки на день рождения. Буду сажать. Все никак не успокоюсь. Вот это вот тоже. Я хотела елочку пуш, но там пуш не было, и мне сказали, что вот это даже лучше, чем пуш. Она более правильной формы. Тоже она с розовыми шишечками. Сейчас фоточку вставлю, как она будет выглядеть. В интернете очень, конечно, красивые картинки на нее. Сейчас я ее посажу, покажу куда. Так что я счастливая-пресчастливая. Такие у меня снова новинки из моего любимого магазина «Хвойная коллекция». Там, мне кажется, все есть, что душе угодно. А еще я на днях тоже получила от них елочку. Тоже хотела. Сейчас покажу, как она выглядит. Я ее уже посадила. Пойдемте покажу. Сказали, сквозняка не боится. Чё, слышите ветер какой? Здесь он постоянно есть. Но что неприхотливая эта ель. Здесь вот ставлю фоточку, как она, какая она будет. Обещали до 3 метров в высоту. И в ширину где-то 1-1,5 метра. Но она немножечко подсветит это темное место такое. Подсветит своими приростами. Цвет приростов светлых сохраняется до середины лета. Ну, в описании так написано. Но мы, конечно же, понаблюдаем. Здесь уже такая она зеленцой. Очень красивая. Прям лимонная такая. Классная. Philips Spring Sensation. Все, моя елочка посажена. Завтра съездим за корой, я замульчирую. Сюда посадила и устомки, которые мне Денис привез. Будут вот здесь вот в ножках у елочки цвести. Такая красота, прям на переднем плане. Сейчас покажу, как смотрится. Не будет никому тут мешать. Здесь почвопокровная роза. Может раскидываться, как ей вздумается. И не будет мешать елочке. С этой стороны. Ой, я такая довольна. Она еще такая зелененькая. Сочного цвета. Она, конечно, наверное, потемнеет, когда окрепнут.
побежки. Я немножко ее прищипнула, чтобы у нее выбивалась веточка. Я сделала ее покруглее. Вот такой теперь вид. И вот вид из беседки. Видите? У меня еще даже есть место сюда какой-нибудь штамбик впихнуть. Но это, конечно, я не буду сейчас с ума сходить. Пока, наверное, хватит мне покупать. Это я сейчас так говорю, конечно. А то, может, лишняя денежка появится, побегу. У меня есть, думала еще на штамбе какой-нибудь можжевельник. Но есть у меня там одно желание. Такой желтенький. Лемон карпет, по-моему, называется. Здесь вот есть еще место воткнуть штамбик. Чтобы такие три сестрицы под окном. Как вам? Напишите, пожалуйста, комментарии. Нравится вам такая композиция? Здесь розочки у меня, такие устомки. Пока здесь место. Пока розочки не разрослись, я думаю, в этом году и устомки хорошо тут будут смотреться. Денис, спасибо тебе. Посмотрим, как они цветут. Ни разу не видела. Посадила по твоей рекомендации. Где-то там 12 сантиметров между ними. Вот. Под елочкой. Потом разрастется роза и закроет это место. А в этом году, вот видите, так. Раз уж у меня есть, пусть она здесь прекрасная и устома сидит. А свой подарочек, кипарисовик, я посадила вот сюда. Здесь у меня тенистое и очень тихое место. Здесь ветер не дует. И тут солнышко на нее все равно будет попадать утреннее. Прям совсем утреннее. И вечернее с этой стороны. То есть она не то, что прям в тени. Вот, это я тоже здесь положу камешки и присыплю, замульчирую корой. Она большая не вырастает, она до 70-80 сантиметров. Очень медленно растущая. Такая, не она, а он, кипарисовичек этот. Я немножко на возвышении посадила, потому что здесь, чтобы вода не застаивалась. Вот хост там есть, расстояние, надеюсь, все-таки не забьет. Но если что, хосты всегда можно порубить, уменьшить объем. Это небольшая хоста, маленькая. Она 70 сантиметров в диаметре должна быть. Такая у меня посадочка. Такое у меня видео. Спасибо вам большое, что посмотрели. Надеюсь, вас не раздражают мои похвастушки. У меня хорошие подписчики, они не независтливые, я знаю. Вот так вот можно, видите, по чуть-чуть даже можно создать сад своей мечты, покупая самые, такие коллекционные, классные растения и заполнять понемножку. Вот так вырисовывается картина общая. Видите, начала я сначала с больших деревьев, потом розы у меня целую коллекцию собрала. И вот напоследок, самое вкусненькое я оставила хвойные растения. Очень интересные хвойные растения. Желательно, конечно, карлики, потому что у меня тут только карлики. Вот, кстати, вот это не карлик, это Aureus picata. И я буду ее очень жестко контролировать. Вот я ее посадила в прошлом году. Она может очень большой вырасти, но я ни ширины ей, ни высоты не дам. Чуть-чуть я ей дам вот еще, вот так вот отрасти. И буду ее жестко стричь, резать, прищипывать, все что угодно. Но разрастись ей тут не дам. У меня муж говорит: что ты опять эти растения покупаешь на день рождения? Давай, вещи какие-нибудь. Не хочу я вещи, мне нравятся растения. А мама говорит: не слишком ли много денег ты тратишь на сад? Но я больше ни на что не трачу, честно. Голову крашу сама, одежду вообще редко покупаю. Мне много не надо, я же не работаю, за городом живу.
ни одежда, ни обувь, ни сумки, вот это все. По салонам красоты не хожу. Поэтому экономлю на всем, чтобы сделать красивый сад. Мне очень нравятся красивые виды. Для меня прям вот это важно очень. И люблю работу в саду с землей. И вообще мы садоводы, мы же эти коллекционеры. Коллекционеры-маньяки. Нам надо вот это все. Разнообразие иметь. Хочется очень такое нам. Ну что, спасибо, что посмотрели это видео. Послушали мою болтовню. Я вам очень рада. С вами была Катя. Ставьте, пожалуйста, лайки. Подписывайтесь на мой канал. Давайте украшать свои сады вместе. Вот, спасибо всем. Пока-пока.